стреляют. Посидим, подождем. Вот опять стреляют. Видишь, про что я говорю? Спасибо, чего? Спасибо. Зачем ты его убиваешь? Я? Ну, в килл-листе написано твой дед, что ты его задавишь. Я его типа не убивал. Я к нему только что подъехал, чтобы его резнуть, алло. Так он... Я его уже первый раз резнул, когда ты его задавил либо убил. Сейчас ты... Он опять... Тогда он влетел в мою машину. Тогда он влетел в мою машину и сказал, что я долбоеб, я его затулил нахуй. А второй раз вот я подъехал, его резнул, ебать, не я в него стрелял. Где я влетел в машину? Ну-ка покажи. На стриме своем пересмотри, ты быдло, нахуй ты так разговариваешь, я не понял. Ну и ты же стримишь, правильно? Я тебя поднял, ты должен мне спасибо сказать, блять! Первый раз убил тебя, я второй хуй знает. Я самый лучший человек на планете, ебать. Почему ты меня долбоевым называешь? У меня есть РП-биография, мне похуй, я могу делать, что хочу, я неадекват. А он меня не может оскорблять. Бля, вот если бы не админ, я бы тебя сейчас нахуй уже покрыл, ебать, трехэтажным нахуй, отвечаю, ебать. А места-то разрешайте меня покрыть матом нахуй. Чё ты застеснялся-то? Нет. Вот, видишь, мне не разрешают. Даже если у вас РП-биография, что вы неадекват, вам не дает права оскорблять людей направо и налево. Так я... Кто его оскорбил? Он первый мне сказал то, что я долбоёб. Ты сбил меня и сказал то, что я долбоёб, нахуй, алло. Где я тебя сбил? Ты же меня, помнишь, ты пиздобол по факту, ты меня помнишь, ебать, ты на меня жалобу залил на 40 минут, ебать, алло, нахуй, ты голова. Потому что ты нарушил правила, законы. Так, алло, послушай меня, меня админы посадили и через 5 минут меня выпустили, почему? Потому что я ничего не нарушал, ебать, запомни это, голова, ебать. Ты меня прекрасно знаешь, ебать, и не выёбывайся, что ты меня не помнишь, нахуй. Я тебя помню, почему я тебя ну не вот понял. И все, в чем проблема, ебать, нахуй ты меня долбоем называешь. Кого бред несет? Я тебе сейчас выйду, тебе ебало сломаю, ты голова, ебать. Ну выйди. Ну выйду. Не могу тебе сломать ебало, потому что нет этой причины, нахуй, пойми это, пожалуйста. Мы сейчас разговариваем по УЦ, потому что админ рядом стоит. Админ, а каков вердикт? Администратор. Я сейчас что я вам вынес? У меня даже не слил, как не с той ситуации, когда вы его убили, не с той ситуации, когда оскорблял. В репорт поступило, что от него, что его убили, он работал автобусником вот здесь вот. Я прилетел, смотрю, уже нету. Я потом проследил за вами, вы уехали. Сейчас я опять смотрю. Так мы ж не ездили здесь. Мы вообще просто здесь катаемся, ебать, я музыку слушаю. Вон, видишь, у меня самбуфы сзади. Я знаю, я ну, вот. Следил, вот. Просто в первом комиссии я увидел, что вы не, ну если ты это я его убил. Если так ты хочешь откат, я тебе сейчас еще раз залью. Че ты, если ты хочешь, так просишь, еще так раз меня сделаю. Еще раз выпустит, ебать, ты голова, нахуй. Вот и смысл от того, что ты зальешь. А смысл из-за того, что ты меня убьешь. Потому что ты меня долбоёбом назвал, оси причины, ебать, все мне похуй. Когда я тебя назвал, ты чё бред несёшь? Ты избил меня, назвал долбоёбом. Ты пиздобол, ебать, я тебе сейчас буду ебало дам, нахуй. Давай. Ты нахуй пиздишь перед админом, ебать, ты голова, нахуй. Слышу, покажи, где я тебя сбил, ты чё орёшь-то? Ты чё такой неадекватный, ты реально? Потому что я могу себе сидеть неадекватно, пойми это, ну и смысл тогда с тобой разговаривать? Откуда ты знаешь, сколько мне лет? Потому что по голосу понимаешь, что ты 40-летний. Как ты можешь по голосу понять-то? Ты уж признайся, что уже стрим смотришь мы, да и все. Чё ты крысишь? Да кого? Нет, я твой стрим смотрел, когда ты меня откидывал. Чё ты крысишь? 3 дня назад. А как ты меня сейчас поймал тут на месте? Я только остановился на 10 секунд на остановке, ты меня сразу же убил. Потому что ты долбоёб влетел мне и назвал меня долбоёбом, ты нахуй пиздишь! Где я в тебя летел, покажи. Чё ты... А Дональд Тотти, я могу ехать, правильно? Это животное мне не интересно вообще абсолютно. Это ваше дело. А, ну то есть я могу ехать? Ты какие-то предъявы тут кидаешь. Можете уезжать. Давай тогда факты покажи. Где я тебя сбил? Стой, подожди. Давайте вы просто сейчас разойдетесь, как будто ничего не было. Будь это долбоеб, извиняется, то, что меня долбоеб назвал и все, ебать. Ты что, попутал, что ли? Извиняться перед тобой, что ли? Успокойтесь, блядь, оба. Давайте каждый сейчас просто либо замолчит и уедет, либо вы друг другу извинитесь и все, и разойдетесь. Давай извинимся перед друг другом. Извиняйся. Я не буду извиняться. Мне не за что извиняться. В смысле не будешь извиняться? Ты меня услышал? Я сказал, нет, я извиняться не буду. Ну и все. Это значит, иди уши почисти. Все, я еду. Че, обосрался, что ли?
Куда ты едешь, алло? Там девушка вообще-то не села. Куда ты едешь? Вернись назад. Там есть еще автобус и сядет на следующий. У меня маршрут. Нет, она хочет... Она в этот автобус хочет. Хотела бы, села бы. Так она не могла сесть, алло. Ну я-то здесь при чем? Достал колонку из заднего кармана, подключил к телефону по Bluetooth. Алло, ебать, голова, нахуй! Шумный какой-то попался. Алло, хуйлопан. Чё ты делаешь? Куда ты под колёса-то кидаешься, а? Алло, животное, ебать, ты по девушке проехался, нахуй, да с остановки выезжал ты, блядь. Чикатило ебаная, нахуй, я тебе ебало сейчас сломаю. Алло, почему мы не останавливаемся, не сажаем пассажира? Я сажаю, почему вы не сажаетесь? Ты автобусник, почему не сажаешь пассажиров? Не везешь точки назначения. Алло. Чё хотели-то, а? Почему, говорю, меня не посадил в автобус? В смысле не посадил? Посадил, ну, вот я всех. Моего друга посадил, а меня не посадил. Так а чё ты не садилась-то? Я бы тебе не проезжал, что не надо обманывать. Не надо обманывать. Я не обманываю. Я стоял, ждал. Положенное место, время подождал. Кого ты стоял, ждал, тебя. Ты сбил меня, алло, ты переехал не меня. Надо, не надо обманывать, никого я не сбивал. Слышишь, обманывать, ебать, ты на кого, нахуй, палку ты свою поднимаешь, ебать, алу свою заколючку 13-сантиметровую, нахуй, которая уже не стоит, блядь, потому что ты долбоёб ебаный. Я тебе ебало разнесу, ты долбоёб ебаный, нахуй, завали своё ебало, когда я говорю, ты мышь ебаная подзаборная, нахуй, ты сейчас будешь пикать лежать, нахуй, ты чепуха ебаная, блядь. Пизда тебе, нахуй. Ты на кого голос поднимаешь, ты, ебать, нищета конченая, ебать. Ты на кого голос поднимаешь, ты? Ты чё орёшь-то, а? Ты можешь нормально, как люди, кого разговаривать? Кого ты оскорбляешь, кого ты оскорбляешь, ебать? Алло, я не понял, ебать. Сначала ты можешь, ты как люди, говорить? Ты, ебать, говоришь про нормальный разговор, ебать. Кого? Сначала, ебать, ты меня выкидываешь из автобуса. Сначала, ебать, ты по девушке, нахуй, проезжаешься, ебать, своим автобусом. Сначала ты, нахуй, материшь меня, ебать, а сейчас ты говоришь про нормальный диалог, не ты вообще такого. Тупой, блядь. Что ты гонишь? В смысле, не было, ебать, ты чё пиздишь, нахуй? Короче, все тогда мне с тобой не ты пиздел, мне с тобой даже сейчас не интересно. Ты пиздишь, нахуй. Мне с тобой разговаривать неинтересно. Как дела вообще? Чё с ебалом, нахуй? Не, всё хорошо. Нахуй ты врезаешься в меня? Ты шаришь то, что это УБ, нахуй? Тебя откину сразу. Я в тебя врезаюсь. Это таран. Так ты же меня таранишь, ты чё попутал-то? Я еду ровно по маршруту. Чё заткнулась, Чикатило? Нечего сказать, мозг твой 40-летний уже не работает, да, ебать? Все хромосомы откисли, нахуй, долбоёбина, ты ёбаный. Я еду ровно по маршруту, ты меня таранишь, ты чё-то попутал, у тебя чё с глазами? Дедушка, дедушка, вы людей давите на остановке. Вы меня переехали, это ненормально. Извинитесь передо мной. Извиняйся, ты, Чикатило, ебаная, нахуй. Давай извиняйся, я жду ваших извинений. Я говорю, ты извиняйся, ты переехал. Извиняйся, меня. Ебать, иначе нахуй ты не сможешь выходи, работать дальше. Я тебя сейчас выйду, ебало сломаю, блядь. Выходи, вставай на колени, тогда я, может быть, извиню вас. А почему я должен на колени? Да ну нахуй, ебать, база. Отвечаешь? Нахуй. Пизда тебе, нахуй, дура. Ну что ты делаешь? Куда ты подставляешь свое корыто-то, а? Сейчас, ебать, на колени стану, подожди, ебать. Куда остановись, ты свое нахуй, дура, ебаная. Корыто, ебать, алло, 30 тысяч на счету, нахуй ты разговариваешь, ебать, вообще не понимаю, нахуй. Откуда ты знаешь, сколько у меня на счету? Ну потому что ты нищий, ебать, по тебе вижу, нахуй. И чё, ты сразу видишь насквозь кошелек, что ли, видишь, или чё? Да, потому что ты нищий, блядь. Ну ты богатый. Вот куда ты меня убэшишь, нахуй, объедь меня, а не убэшь меня, ты бесполезное животное, нахуй. Кто там на колени встанет, ты голова у тебя, блядь. Вот опять.
Ну чё, чё, кто там по итогу на колени-то встанет? Ты голова утиная, ебать. Кого ты долбоёбом называешь? Ты пиздобол, ты даже при админе стоишь пиздишь, потому что тебе нечего сказать, ебать. Ты по факту пиздобол, ебать. Ты будешь постоянно так валяться, блядь. Почему? Потому что ты пиздишь за свой язык дырявый, нахуй. И твой мозг дырявый, нахуй, 40-летний, блядь, уёбище. Пошёл нахуй. Автобус пропал, да? Жалко, конечно. Но я бы тоже огорчился, слышишь? Ну ничего, дедушка, вы в следующий раз смотрите, куда едете. А ты когда последний раз рейс выполнил полностью круг? Ты подскажи, пожалуйста. Ну чё ты бесполезный? Напиши в репорт, что я тебя дэмлю. Просто так убиваю, напиши в репорт. Ты не следишь за своим языком, ты пиздишь на всё и вся нахуй. Ты пиздобол нахуй. И вот тебя убивают. Чё, дедуля, очко-то горит-то? Твоё 40-летнее старое, а? Если ещё раз подъеду, и ты начнёшь меня оскорблять, я тебе ещё раз ебало сломаю, долбоёб нахуй. Здравствуйте. Этому человеку уже 2 дня, что без причины убивает. Вон там стоит машина. Делаю искусственное дыхание, помогаю человеку подняться. Как чувствуете себя? Такая вот крутая морская черепашка по имени Наташка. Мне кажется, они нетрезвые, поверьте их. Здорово, дедуль, как дела? Нормальный трек качает? Дедуль, садись к нам, точно. Братан, классно поешь. Спасибо, спасибо. Дедуля, тебя подвести, садись к нам, прыгай назад. Ну или под руль, если хочешь. Извиняюсь, а можно как-то поаккуратнее водить? Зачем ты влетел в меня, слышишь, алло? Можно поаккуратнее водить? Ты мне будешь ремонт оплачивать моей машины? Нет, я не буду, за что? В смысле не будешь, ебать, а будешь? Тебя даже не было, я тебя первый раз вижу, ты что, гонишь, что ли? В смысле первый раз видишь, убери, ебать, ты только здоровья. Что влетел в меня. Вот сейчас ты влетел в меня, какого? Кто тебе? Почему ты сейчас в меня влетел? М, связь с администраторой. Меня опять связали. А, что? Да просто брежу, извиняюсь. Что такое, что случилось? Так вот, объясни мне, пожалуйста, почему ты только что влетел в мою машину? Да не было такого, ты что, пьяный, что ли? Ты что выдумываешь? Ты только что въехал в меня, алло, нахуй ты пиздишь? Что ты придумываешь-то? Ты только что въехал в мою машину. Дедушка, вы ответьте, почему вы меня переехали просто на автобусе и как бы отрицаете это? Я не знаю, про что ты говоришь. Или все-таки переезжали? Переезжали? Нет, не было такого, нет. Вот, а я думаю, что было. Ну, думать-то можно что угодно, а факты есть факты. Извинитесь передо мной, я хочу, чтобы вы извинились. Факт есть факт, а думать можно. Перед девушкой извинись, быдло, ты ебаная нахуй. В смысле, вы уехали без меня? Ну типа, да, мой чё? Мой друг сел в автобус, вы меня чё? Оставили на остановке. Да когда друг тебя кинул? Нет, в смысле, вы не подождали. Я тебя кину только по ебалу, блядь, по твоей зубке подложу, блядь, долбоёб. Вы не дали мне в автобус сесть. Ну всё, давал, чё ты выдумываешь-то? Проспись, иди проспись. Кому ты чего давал? Ты только свою жопу на зоне давал, долбоёб, блядь. Ты вообще кто нахуй? Ты за свои татуировки на лице пояснить можешь, ебать? Алло, нахуй, петушня, блядь. Ты кто такой, чтобы я тебе что-то пояснял? Таких, как ты, на зоне в жопу ты ебут, кто блядь. Такой? Ну таких, как ты, а тебя-то точно отъебали там. Не понял, это оскорбление сейчас? Не понял. Нет, это факт. Ты куда ты, оскорбил, ну куда да? Ты ставишь машину под автобус-то? Я никуда не ставлю, я еду вообще по трассе, по своей выделенной полосе еду, животное, выучи правила ПДД, блядь, мусор ты ебаный нахуй. Если ты меня еще раз подопрешь, я тебе еще раз нахуй ебу отвечаю, блядь, животное ебаное безмозглое нахуй. Человек-муравей, блядь. Тебе когда, блядь, наебало, срали на зоне, у тебя, кажется, слышишь, осталось нахуй немного, блядь.
Слышишь, дедушка, а каково это в 40 лет терпеть, ебать, школьника, нахуй, когда тебя хуй сосит, ебать, с ног до головы, а ты терпишь? Ты этим показываешь свою адекватность? На, вот нахуй ты меня сейчас подрезаешь, ты голова утиная, блядь. Я тебя тоже могу подрезать, ебать. Дедушка, а ты чё терпишь, я не понял, дедушка? Ты чё терпишь-то, а? Голова утиная. Ты должен встать на колени, извиниться перед девушкой, и все, конфликт решен, вопрос закрыт. Будешь это делать? Я просто не считаю нужным разговаривать с петушьем, да и все, что непонятно. Ты кого петушьем назвал? Ты голова утина. Ну а ты подумай, если бы есть мозг. А ты за свои оскорбления вывезешь? Ты за свои оскорбления вывезешь, блядь? Какие вот я вывезу, ты я про... тебя уже, блядь, два раза выебал в жопу, ты нахуй, а ты что сможешь? Ты про что вообще? Ну ты меня сейчас только что петушьем назвал, правильно понимаю? Ну да, назвал. Так это же не оскорбление. Ты за оскорбление вывезешь? Да это не оскорбление. Ты на зоне знаешь, что такое петух обозначает? Ты голова утиная, бля, безмозглая нахуй. Ну вам-то петухам лучше знать, что это означает. Бля, дедушка, ты меня же провоцируешь просто, провоцируешь, ебать. Едешь, провоцируешь, нахуй, голова ты, блядь. Да не обижайся ты, не обижайся, все у тебя будет хорошо. Каким надо быть обиженным, чтобы вот такой херней заниматься, чтобы просто убивать и убивать. Пока! Удачи! Молодой человек, что с вами произошло? Мне кажется, вам нужна срочная медицинская помощь. Хотите, чтобы я вам ее оказал? Пойми, насколько ты жалкий, ты уже в репорт Ctrl-V делаешь, ты вставляешь свое сообщение уже в репорт, понимаешь, скопировал и вставляешь. Настолько ты жалкий, настолько ты впитываешь, лежишь, потому что ты тупой, жалкий, ничтожный, гнилой 40-летний мусор, блядь. Все, давай, ебать, удачи тебе, нахуй. А, купи, кстати, клавиатуру, у тебя клавиатура такая уебанская, 1000 рублей, китайская из DNS, и мышка тоже, блядь. И по факту микрофон твой тоже за 1500 с Алиэкспресса, ебать. Ну ты по факту мусор, ебать, а не человек. Достаю аптечку и оказываю первую медицинскую помощь. Садись, я тебя подвезу. Не хочешь, да, садиться? Это с петухами как-то западло в одной тачке сидеть. С петухами? Ну давай, далеко уехал, я петух нахуй. Божья помощь тебе, тебя резнули, ебать, но ты все равно продолжаешь въебываться. Жалко тебе, жалко. Ну ладно, откисай, хули, долбоёб. А меня-то чё жалеть, ты себя пожалей. А, кстати, забыл, кстати, пошел нахуй. А, слышишь, ничтожный, кстати, короче, у тебя онлайн с 3 зрителей до 20 повышается, когда я залетаю на стрим и начинаю тебя в жопу ебать, поэтому что? Поэтому ты мне должен денег уже сейчас, ебать. Твой долг, нахуй, 10 тысяч, нахуй. Уже твоя задолженность, нахуй, составляет. Если ты хочешь мне предъявить за стрим-снайп, мне похуй. Я тебя просто... Я за тобой езжу, мне поебать вообще. Ты мне хуй что предъявишь, ебать. Я тебя не стрим-снайплю, нахуй. Понял ты? Животное ебаное, животина, нахуй, безмозглая, нахуй. А чё ты молчишь-то? Чё впитываешь, ебать? Съебался нахуй! Успокойся ты, слушай. Съебался. Дедуля, как пердак ебать? Нормально, не подгорает ебать. А смех, смех, хахиканье, это, короче, первый звоночек, это уже истерика у тебя пошла. Почему? Потому что ты немощный, ебать, дедуля, нахуй. Ну ладно, давай. Достал пенис, расстегнул ширинку, нассал на человека напротив. Дедуль, дедуль, а где улыбка-то на лице, не пойму, ебать, где твоя улыбка-то? А, кого ты петухом называл, ты голова утиная, блядь. Да
Тебя где кого? Улыбка-то, ебать? Не вижу улыбки. Ты улыбка такой тупой? Тебя что, улыбка? Тебя память петушиная, что ли? Я же тебе говорю, ты петух, а это шкура твоя. Или забыл уже? Доктор, брат, нет, нет, доктор. Не-не-не-не, доктор. Не-не-не, своей дорогой, салкер, едем. Шо? Своей дорогой. А заслуженно лежит. А, доктор, кстати, вы же можете меня вылечить, да? Мне нужно отравление вылечить, вы можете меня вылечить сейчас. О, давайте вы меня вылечите, будет вообще отлично. Аллергии нет? О, не-не, спасибо. Блатцам привет, йоу. Залетаю на биты и вылетаешь ты. Ты лежишь, отдыхаешь, как всегда. Это для тебя беда. Я выиграл за твоей душой, как самый лучший киногерой. Видишь, клоуны у меня личные появились. Ездят, развлекают. Запомни, бездарь, запомни, блядь, смотрят меня, ебать, на твоем стриме, а не тебя, блядь, хуйня бесполезная. Куда ты улыбаешься, поникшая хуйня, ебать, думай о жизни, сиди, думай о жизни, ебать. Ты голова, ебать, утиная, давай, откисай. Ты маску-то сними, петух. Чё, стесняешься клюва своего или чё? Ещё один мой зритель. Достал птичку, оказал первую медицинскую помощь человеку, просто которого простреляли. Спасибо, спасибо, все хорошо. А что случилось? А что случилось? Да ничего не случилось, все нормально. Готов оказать помощь силовую, так сказать. Спасибо, не надо. Как говорится, за $5000 могу оказать силовую помощь. Спасибо, спасибо.